Здравствуйте, девочки! Сегодня я получила одну такую вот большую посылку, но она довольно легкая. И перед тем, как показать вам мастер-класс, хочу ее открыть и показать, что сегодня я получила. Здесь должны быть пенопластовые шары для игрушек и цветочки. Вот они, мои красавцы. Также куча цветов, огромный пакет белый. Я заказала для декора, для своего творчества. Это цветочки из фуамирана. Вот такие вот розочки, смотрите. Это довольно крупные розочки. Я заказывала перед этим еще поменьше. Ссылочки вам оставлю в описании. Это около 4 сантиметров. Вот такие вот цветочки. Они без всяких лепесточков сзади, без проволочки. Здесь я даже не знаю, сколько штук. Честно говоря, по ссылочке пройдете, посмотрите. Этими цветами я давно пользуюсь. И вам рекомендую их к покупке. Всегда очень хорошего качества. Также заказала несколько шаров. Перед новогодними праздниками эти шары как раз мне пригодятся. Здесь два размера. Один шар, наверное, 7,5 или 8. И второй размер — это 6. Здесь тоже несколько штучек, там можно заказать их поштучно, можно сразу упаковками по 10 штук. Я, по-моему, если не ошибаюсь, заказывала поштучно этот раз. И давайте с одним из таких шаров сейчас с вами сделаем елочную игрушку. Игрушку мы будем делать вот такого плана. Эта игрушка выполнена в технике декупаж. Нам понадобится для нее грунт акриловый белый, клей ПВА универсальный, так как лак для декупажа продается небольшими объемами и стоит значительно дорого, то я стала использовать вот такой вот лак акриловый для наружных и внутренних работ, глянцевый. Покупала я его в строительном магазине, так что можете зайти посмотреть. Прежде чем начать выполнять наш мастер-класс, нам нужно загрунтовать шар. Для этого я вставляю, можно шпажку взять, можно ненужную спицу в шарик. Также нам понадобятся перчатки, краски акриловые декоративные. У меня самые дешевые, которые я нашла в магазине. Сегодня я буду использовать вот такую вот желтую красочку. Также нам нужна будет губка. Я вырезала ее из обычной губки для мытья посуды. И салфетки. Салфетки можно использовать разные, смотря какой вариант вы выберете. У меня есть вот такие вот ромашки, цветочки. Сегодня я буду выполнять вот из такой вот трехслойной салфетки декупаж. Поэтому беру такую салфеточку. Они продаются сейчас во всех практически магазинах. Так, давайте приступим грунтовки нашего шара. Грунтовать я буду в два слоя с промежуточной просушкой феном. Сначала грунтую поверхность, которая возле спицы, и потом постепенно, переходя по всей поверхности шарика, поднимаю и вот такими вот движениями грунтую.
загрунтовала шар два слоя. Теперь нужно будет окрасить шар желтой краской в фон нашей салфеточки. Салфеточка желтенькая, и будем красить желтым цветом. Наш шар готов. Теперь нам нужно из салфеточки вырезать те элементы, которые нам будут нужны для декупажа. Я вырезаю ножницами два крупных цветочка. И несколько элементов поменьше, чтобы потом заполнить пустое пространство. Теперь мы будем при помощи клея ПВА приклеивать эти элементы к нам на шар. Плоская кисть. Клей ПВА. Там, где спица, у нас будет верх шарика. Поэтому я вот таким вот образом располагаю наш цветочек и буду его приклеивать. Вот что у нас получается. Вот такой вот замечательный шарик. Здесь у нас сверху будет бантик, поэтому я оставлю вот это вот расстояние. Пусть оно так и остается. Следующий шаг. Нам нужно покрыть наш шарик лаком. Буду покрывать его в два слоя. Лак белый, но когда просыхает, он становится прозрачным.
наш шарик готов. Смотрите, какая прелесть у нас с вами получается. Теперь нам для начала нужно вытащить спицу и сделать петельку для бантика, за которую мы и повесим бантик на елочку. Также нам нужна будет еще вот такая вот ленточка для того, чтобы сделать два бантика. Я сразу замеряю, какие отрезки мне нужны, и отрезаю два одинаковых. Длинную ленточку, которую мы приготовили для петли, два свободных края я склеиваю между собой при помощи клея пистолета. Отрезаю наискосок. Также нам понадобится зубочистка. Капаю клей на сам шар и при помощи зубочистки вставляю туда нашу ленточку вместе с зубочисткой. Вот таким образом. Лишнюю убираю. Таким образом надежно ленточка будет зафиксирована в шарике. Теперь сделаю два бантика. Все для декора готово. Теперь нам остается только приклеить бантик и серединку на шарик. Бантик я буду приклеивать не лежа, а вот таким вот образом стоя. Девчонки, шарики готовы. Если вам понравился мой мастер-класс, ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал, те, кто еще не подписан. Делимся этим видео в своих соцсетях. Также жду, конечно же, ваши комментарии по поводу нравится, не нравится. Всем отвечу. На этом я с вами не прощаюсь. Впереди вас ждут еще очень интересные и красивые мастер-классы. До скорых встреч. Пока-пока.